Всем привет, дорогие зрители! С вами снова мистер Агаси и Солнечный Алания, канал Paradise Alania, недвижимость в Турции. Дорогие зрители, многие мне пишут, звонят, говорят, что у вас только такой портфель, допустим, то, что я снимаю на канале. Я говорю, нет, потому что у меня времени не хватает снимать именно виллы, земельные участки, потому что они находятся вдалеке, надо ехать туда. Вы мне пишите WhatsApp, Telegram, Viber или звоните туда. Запрос. Ищу виллу. Приеду вот такого числа. 3 дня до вашего приезда. И я вам подготовлю портфель. Виллы, земельные участки, квартиры 2, 3, 4, 5-комнатные. И тому подобное. Все, я продолжаю съемку. Нашел 3-комнатную, 2-уровневую квартирку с хорошим видом по очень хорошей цене. Расстояние от этого места до моря 265 метров максимум. Там улица Барбаросса, вот отсюда видно впереди вот этого здания. Так, дорогие зрители, здесь большой участок. Там улица Ататюрка стыкается с улицей Барбаросса. Большой бассейн. Также тут есть скрытый бассейн, сауна, хамам, которые доделают. На данный момент не работает. Открытая парковка с двух сторон, вход там также есть, вход, генератор с этой стороны. Вот генератор. Так. Спустимся вниз, покажу там открытый бассейн. Здесь такой сауна, хамам не установлен, но сделают, говорят, когда неизвестно. Вот большой крытый бассейн. Темновато. Где-то 20 метров в длину. Это собрание жильцов. Все решается. Собирают денежки и подают заявку. Так. Два лифта у нас. Поднимаемся на 11 этаж. Вот. Так, вот здесь лестничная площадка у нас. Вот бассейн и участок. Рядом есть мечеть, маркеты, шок, бим, рестораны и тому подобное. На этаже у нас 3 квартиры с этой стороны. 4-я здесь и, в общем, 7 квартир. На этаже. Айда тут 125 лир на данный момент. Следующий год, наверное, будет 140-150. Так. Вот, дорогие зрители, сразу у нас вход в гостиную. Маленькая прихожая, можно сказать, ее нету. Видите, да? Так, с левой стороны у нас санузел. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, то вам нужно привести сперва деньги или же решить этот вопрос деньгами, потом позвонить мне или же увидеть какой-нибудь вариант. Так, здесь кладовка. Увидеть какой-нибудь вариант, если что, решить тему с задатком. У меня также есть онлайн-трансляция. Могу на месте показать всю квартиру. Так. Вот такая просторная гостиная. С этой стороны тоже покажу. И выход на балкон. У нас здесь еще один балкон. Застекленный такой вот. В
вид на все горы, на античный город Наула. Этот вид у вас не закроется. Видите, там крепость даже есть какая-то. Так. Красиво. Выйдем на балкон. Большой балкон. Можете и также его застеклить. Будет вам еще одна комната. Можно сделать из этой квартиры 3 плюс 1, даже 4 плюс 1. Вот. Вид на море. Что еще надо вам, дорогие зрители? Ну вот, море тоже видно. Горы тоже видно, здания тоже видно, птички тоже видны, как они летят в небе. Видите, какой большой балкон. Ё-моё. Термопакет, окна, шумоизоляция хорошая. Вот шума никакого нету. Теперь поднимемся на второй этаж. Здесь вот такое местечко поставить, всякая там статуэтка. Так, наверху у нас второй санузел. Форточку не забыли, молодцы. Так. Угу. Не маленький потолок, 275 сантиметров. Откуда начнем? Отсюда начнем. Да, отсюда начнем. Так. Вот первая спальня просторная, не маленькая. Как минимум 14-16 квадратных метров. Дорогие зрители, одна из уже просторных спален. Когда я говорю просторная спальня, то я хочу сказать, что сейчас строят 10 квадратных метров, 9 квадратных метров спальня. А тут она уже просторная для меня. После вот новых новостроек от застройщиков. Сразу покажу красоту с террасы. Вот. Уже хозяин сделал наезд такой интересный. Потому что в другой квартире нету такого. Видите, в той стороне нету. Так. Вид на Gold City, по вечерам там освещение, на Riviera проект, вот Riverside, как это назывался, Riviera, Imperial, что ли. На Наулу, на горы, на бочки. Так, вот. Очень хорошая цена, и квартирка очень хорошая. Для большой семьи. Второй просторный, просторная спальня. Один вот этот плита 60 сантиметров, 60 на 60, как я понимаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 на 6, 36. 3 на 60. И здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 6848. Ну все, сами посчитайте. Так. И здесь еще один балкон. Ну что вы ждете? Кликайте на кнопку, звоните. А не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Так. А цену не сказала. Понятно, почему не звоните. Сейчас скажу. Дорогие зрители, цена этой квартиры 92 тысячи евро. 92. Пишите, звоните. Не упускайте. Я плохие квартиры не снимаю. Цены поднимаются. Дай номер на эту квартиру. Барбаросса, Атачулка, море. Все. Пока-пока.